Второе поколение седана Renault Logan выпускается уже 8 лет. И вскоре нынешнему семейству Logan Sandero предстоит уступить место под солнцем. По предварительной информации, ультрабюджетная платформа B0 будет отправлена на заслуженный отдых. Вместо нее французы внедрят архитектуру CMF-B. Принципиально эта тележка повторяет B0, но имеет возможность установки современной электроники. Например, системы автоматического торможения. Сам седан, судя по шпионским снимкам, наконец станет симпатичным. Под камуфляжем видны плавные обводы кузова и динамичный силуэт. Ради этого дизайнерам пришлось сильнее наклонить стойки кузова и уменьшить высоту машины. Также ожидаются светодиодная оптика и дверные ручки под естественный хват. Премьера нового седана Dacia Logan, скорее всего, состоится на осеннем автосалоне в Париже. Однако российский дебют случится как минимум через год-два. Концепт Skoda Vision IV готовится обрести серийное воплощение. Во всяком случае, чешская марка поспешила запатентовать название своего будущего электрического кроссовера. Это имя — ENIAC. По официальной версии, ирландское слово «Энья» означает «источник жизни», а буква «Q» на конце давно стала обязательной приставкой для всех кроссоверов марки Skoda. Известно, что ENIAC построят на модульной платформе MEB концерна Volkswagen. Остальные подробности чехи раскроют позднее. По дизайну и технике новый паркетник, скорее всего, повторит прошлогодний шоу-кар. По предварительной информации, начало поставок запланировано на 2021 год.